Всем доброе утро, друзья. Ну что, похоже погода на декабрь. Я тоже так не думаю. Хотя сегодня у нас уже 7 декабря, но вокруг полная осень. Снег сошел, на улице плюсовая. Ну и приехали мы сегодня на заводь Клязьмы половить щуку. На жерлице, на балансира. Также попробуем половить на безмотылку. Только выставились, уже есть первая сработка. Съел. Скорее всего, шнурки обычно на рассвете они и берут. Ну вот и обещанный дождь. Погода резко испортилась. Буквально вот в потемках у нас была сработка, у мужика было две подряд. Все это в течение где-то 2-3 минут. Сработала еще одна жерлица. Опять живца сперла. Поставим совсем маленького. Даже не отматывает ничего, сразу удар. И живца нет. На видимо шнурке. Плотвичка. Но для живца, конечно, крупновато. Но на крайняк зарядим и ее. Живцовая. Само то. Сколько проводок пришлось сделать, чтобы раскачать? Еле-еле дотронулся. На чертик. О, там сработка у нас. Тут в стороне, да? Много леску забрала. Вроде как. Так-то да, что-то много ты тащишь-то. Нет. Опять то же самое, леса сперла и все. А где-то вот здесь в стороне сюда ушла. Не, оттуда. Оттуда шла? Мне показалось. У мужиков тоже 5 подъемов. Ни одной не поймали. И здесь считаю мужика тоже сколько? 4. Или 5 тоже. И тоже ничего. Ну хоть на мормышку клюет. Приходится, правда, тоже вытряхивать. Ну вот на чертик. Нет, но попадается вот такая плотвичка. Не крупная. Грамм по 60, по 70. Но все равно приятно. Хоть так пока что. Во-во-во, мотает, наконец-то.
хорошая. Кожа, смотри. Хорошенькая. Ну, наконец-то первая щука. Сколько было холостых поклевок. Причем на эту жерлицу уже стреляла до этого. Но вряд ли она же. Скорее всего, был шнурок. Да, yes. Не успел эту перезарядить. Еще одна сработка. Аж флажок улетел в небо. Как раз хотел Сане сказать, что вот эти жерлицы в этом углу, две штуки, стоят беспонтово. Сработок здесь не было. И сразу бум, флажок в небо. Подождем. Блин, скинула петли вокруг ножки. Еще один дед сработал. Да ладно. Только что был звук, да. Тут крупный карась. Большой. Ну вот опять прям только-только переставили. Минута не прошла. Он он. И нету, прикинь. И нету. Видел, какая разница была? Ты видел там, как, с какой скоростью пошло? Фу, блин, я же заикаться начал. Со скоростью света просто. Пойдешь ловить живца, клюет вот такая сорога. Грамм по 150, по 200. Поймать живца вообще не могу. Зато ловится на гвоздикубик вот такая отличная плотва. Я не знаю. Придется ее что ли вешать. Там вот так уже с ладошку у нас висят. И опять хорошая плотва. Где живец, я не знаю. Имеет смысл половить на балансир, потому что она берет сразу, как переставляешься. Она здесь стоит. Но некогда ловить. Нужно ловить малька, а он не клюет. Клюет плотва по 150, по 200 грамм. Посмотрим. Нет, и живца нету. Это шнурки. Они бьют и сразу бросают. Либо сбивают. Придется вешать вот такого живца. Не знаю, будет на него сработка. Там такое ощущение, что щука с него размером клюет. Ну ладно, выбора у нас нет. Это минимальная плотва, которая клюет. Грамм по 60, по 70. Все остальное в районе 200. Еще одна сработка. И тоже, которую, по-моему, только что переставили. О, вращает. Здесь вращает. Ага. Небольшая. Ну вот они какие, правильно. Вот они и воруют живцов. Воры. Его самого туда можно заряжать. Он весом-то меньше плотвы. Вот тут сейчас милое дело на балансир, на небольшой, по траве походить. Не надо, Саня, я уже достал. Достал? Ага. Но надо ловить живца. Но это, конечно, безобразие. Обратно туда. Карась живой остался. Уже счастье. Целый и живой. То ли опять здоровая плотва сама сдернула. Здесь уже в этой лунке шестой раз, по-моему, срабатывает. Поймать не можем.
А первый здесь сработал, по-моему. Да. Вот посмотрим. О, хорош, сошла. Крупная была вообще хорошая, да, эта плотва еще сидела. А потом что плотву тащу, а потом чувствую, пошла хорошая, блин. Сидела хорошая щука, но на здоровенную плотву, которая больше 100 грамм. Скорее всего, она ее просто не заглотила. Сначала подумал, что плотву тащу, а потом чувствую, нет, упирается. Рыба была хорошая. Ну, в общем, все, ребят, решаем мы собираться. Вечернего выхода нет. Хотя удивительно, обычно на этом водоеме как раз была четкая привязка к выходам. Утренний выход где-то порядка 8-9 часов и часов до 11, и второй выход где-то с 2 и до 4. Сегодня все наоборот. Клевало весь день, с утра выхода не было как такового, и сейчас вечером тоже выхода нет. Видимо, из-за погоды. На улице где-то плюс 3, плюс 4, полдня шел дождь. Очень сыро, на льду кругом вода, весь снег, который был, растаял, вода пошла под лед. Местами лед уже сверлишь, как будто последний. В общем, такая картина далеко не типичная для декабря. Ну и что по итогу? Очень много подъемов, очень много. Наверное, порядка 15 за весь день у нас на двоих. Все жерлицы проверял я, чтобы просто сделать контент. Но поймал всего лишь две щучки. Одна закилошная и один совсем маленький шнурок. И в основном по ходу клевали вот эти шнурки. Удар и все. Просто сбивает живца, либо стоит. Начинаешь вынимать и чувствуешь, просто подергивает мелочь. Подсекаешь и вырываешь у нее изо рта. Была одна поклевка очень мощная, крутая размотка. Просто космическая. Не знаю, кто там был, шнурок или нормальная щука. Но рыба явно испугалась. Я стал подходить, она стояла. Как только я стал подходить, сразу резкая размотка, но почему-то не попалась. Хотя подсек прямо с размотки, казалось бы, да? С балансирами сегодня очень мало времени провел, потому что пытался наловить живца безуспешно. Зато наловил хорошую плотву. Не снимал практически процесс ловли на беспотылку. Сегодня забыл нагрудное крепление. Снимал все рыбалку со штатива. Поэтому беспотылка сегодня за кадром. Ну, основная часть. Какие-то там поклевки снял. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, оставлять лайки и комментарии. Я желаю вам удачи, больших трофеев и не хвоста, а чешуи. Всем пока!